Бегут неуклюжие пешеходы по лужам. Из этой серии, как в Рахове идет дождь. Вот соседнюю гору практически не видно уже. А нас так могло накрыть. Сейчас мы находимся в отеле Тиса. Конечно, отель не очень, но хорошо, что мы здесь находимся. И вот это вот злыва не накрыла нас в горах. А то был бы, конечно, действительно пипец. Тропический дождь. Да. Людишки бегают. Тут даже зонтики не всем помогают. Там-то вообще ничего не видно. И дождь только усиливается.